Красивые пролески. Первыми выходят у нас весной. Я докупила несколько таких растений и хочу показать, какую луковицу имеет пролеска. Вот так, она, конечно, уже вялая. Ну вот, смотрите, вот такие луковички. Лучше, конечно, когда есть корешки. Будем надеяться, что они примутся. Их старательно удалили. Да, может, конечно, ничего не получится. Вот как из этого. Надо было внимательно смотреть при покупке. Хотели как лучше, а получилось не очень. Сейчас я покажу, как я буду сажать. В случае, если вы тоже купите, смотрите, сажать надо до тех пор, сколько было растение в земле. Значит, ямку мы делаем поглубже. Лучше, конечно, взрыхлить. И вот так вот я сажаю. Если не вмещается по глубине, то можно немножко лежа. Главное скрыть то место, которое было под землей. Вот так. Можно так в разброс, чтобы они не мешали друг другу. Удобрения я никаких ложить не буду, потому как у меня земля здесь удобренная. И останется только полить. И обязательно уплотняйте землю после посадки. Почему? Чтобы вышел лишний воздух. Вот так. Осталось только полить и уже наблюдать. Можно, конечно, чтобы растению было легче справиться. Вот я просто удаляю его цветы. Можно вообще посадить одни луковички. Цветение нам уже здесь не надо. Вот. Вы видите, что я удалила все. Сейчас только полью. И уже в этом году было вот это цветение. А очень надеюсь, что на следующий год у меня уже здесь будет грубка. Сажайте. Растение красивое, это одно из первых. Посмотрите, как оно красиво смотрится. Я просто поставлю в воду. С вами была Екатерина Снетко.